парк Мануфактура. О, да, Мануфактура. Уже 11:59. Мини-биг-бен. Тут всякие магазинчики есть разные. Надеюсь, тут магазин игрушек есть. Я там все закуплю. Я тоже. А потом снимем распаковку. Угу. Если тут есть что-то. В пошуках игрушек. Да, надеюсь, тут будет какой-то магазин игрушек. Надеюсь, тут не только одежда есть. Это будет немножко скучновато. Мама с нашей тетей все магазины туда проводит. Вон какие-то арт-галереи там сверху есть. Куда пойдем? Зачем? Ты видишь, что туда столько много. Вон батуты. Я думаю, там, наверное, игрушки продаются. Да я даже не знаю. Детская площадка. О, вот ты так прыгнула, что я чуть не подлетела. Зацепчики. Пошли смотреть дальше, что тут есть. Ребята, мы там в конце нашли детский рай какой-то, там всякие игрушки, развлекательные центры, сейчас мы идем туда. Наконец-то мы его нашли, мы его так долго искали. Вон там он. Сейчас мы туда идем. Вот что внизу находится, всякие взрослые магазины. А там наконец-то для детей что-то. Вон он наш детский рай. Заходи. Надеюсь, тут открытый магазин. Вот магазин Лего. Это игровой центр для детей. Вот еще. Нижний этаж. Пошли посмотрим, что тут открыто. Это, походу, закрыто. Тут никого нету. Так. Да, ребят, пока что тут закрыто. Печалька. Надо талончик свой. Пошли посмотрим, может там какой-то магазинчик будет. Клюшки нету. На тебе понаиграли. Всякие игральные автоматы. Смотри, сейчас разверну его. Вот так вот. Блин. Сейчас. Блин. Что-то я теперь не помогу.
ребята, тут магазин Лего. Просто много-много Лего. И он пока что все закрыт. Соня! Фонтаны всякие. Да, ребята, это нечестно. Для детей магазины закрыты, их тут еще и так мало, а для взрослых тут целый этот, как сказать, парк открытый. Я хочу себе. Что бы ты себе хотела, игрушки или конфеты? Я бы игрушки. Я тоже. Я вообще ничего не хотела. Обманчивая штука. Тут, правда, для детей есть это развлекаловка, вот там вот. Она большая очень. То есть родители тут кушают, а дети играют. Детячий майданчик. Пока что тут еще все закрыто. Там не написано, когда откроется. Так, открой. Мама, где-то там в магазинах. Пошли сюда, Соня. Да вот оно, наверное, должно крутиться. Я так думаю. Угу. Смотри, так они до сих пор серьезно. Возьми в руки, покажи. Там дома такое тоже можно пошить. Правда? Пойдемте посмотрим вон памятник какой-то.
Я не знаю, Дэс, надо уточнять. Посмотри, там какая-то записка есть. Девчонки, пойдемте. А, ну прыгай, прыгай. Эскалатору так само подняться. О, здесь красиво. Вот, вот. С высоты.